Когда вас берут за шею, да, сразу вы понимаете, ну, ты не виси, ну, не надо так говорить, хорошо? Дома будет, с женой, например, обидеть. Вот, смотрите, никогда не вымеливайте сюда. Вот, сразу выпрямляйте голову. Чтобы вот этого не было, вот, ты не маши голова, понимаешь, это, ну, не успеешь. Я тоже могу, я же не тебе, я умный.